раздевалки для спортзала. Для спортзала. Здесь будет витраж. Настолько, что вы не поймете, что вы ничего не видите. От лица горожан, особенно юных череповчан, выражаю компании Фусага, лица руководства, слова огромной благодарности за ваш неоценимый вклад в развитие системы образования нашего города. Компания «Фосагро» и волейбольный наш клуб Череповецкий, да, как бы курирует. И у нас с ними есть договоренность, с руководством клуба, ну и с вами, конечно, да, что вот дроздовцы наши, в хорошем смысле, раньше дроздовцы были не очень, да, вот. То есть ребята, которые занимаются в дрозде, они получают мастер-классы и в волейбольном клубе. Поэтому, когда вот девочки такого возраста видят, как играют более взрослые, да, как бы девушки, конечно, там... Нам-то глаз не оторвать, я думаю, им. Добрый день. Здравствуйте. Хочу подчеркнуть, что вот эти вот учебники нам подарила компания «Фосагро», является титульным спонсором Шахматной Федерации России. Вот эти учебники – подарок Шахматной Федерации. И вообще техническое задание на оборудование этого зала прорабатывала Шахматная Федерация России. Я уверен, что далеко не все обучающиеся в этой школе станут сотрудниками, партнерами компании «Фосагро». Но то, что они по жизни будут идти с благодарностью к этой компании, которые дали вот такую прекрасную возможность, это абсолютно точно. Тут можно только привести новые слова нового министра образования. Сегодня дети, завтра народ. Завтра народ. То есть провели диагностику 480 детей, это дети из школы и детского сада, потому что методика подразумевает именно вот такие физические нагрузки детям от 6 и даже до 60 лет. Я желаю вам творческих успехов, я желаю вам спортивных достижений, я желаю родителям терпения, чтобы у вас все получилось, все, что вы задумали, самое главное, чтобы вы получили здесь удовлетворение от своей учебы. Я желаю вам учиться только на 4,5. Счастья вам, здоровья. С новым учебным годом! Я хотел бы высказать отдельно слова благодарности компании «Фосагро». Мы прошли по школе и посмотрели отремонтированные спортивные залы, замечательный шахматный центр. Компания «Фосагро» не только вкладывает деньги, но и вкладывает в душу, в реализацию общегородских программ, направленных и на развитие образования, физической культуры, спорта, духовного развития. Спасибо вам большое за такой неоценимый вклад в развитие нашего города.